Все повесить. Да, давай. Надо за ним ехать, вдруг взорвется, чтобы снимать. Уехать, да, там да, на повороте остановить машинки и здесь где-нибудь. Трехминутная готовность. Трехминутная готовность всем. Можно начинать. Принял. Я здесь удач перекрыл. Понял, все что ли? Да, все, Николай Николаевич, открываем движение. Все, отбой. Николай Николаевич. Я все ему сказал. Я не видел никакого. Он был подземный. Закопали. Ну да. Сергей Анатольевич, как мне. А можете как-то прокомментировать вообще, кто нашел, как получилось, что вот такую операцию пришлось в Ивангороде провести? В кооперативе «Ореховая горка» проводилась реконструкция электросетей. Меняли столбы. Выкопали старый столб, стали ставить новый, бетонный. Выкопали более глубокую яму, обнаружили снаряд. Вытащили на дорогу и вызвали, сообщили там, куда надо. То есть полиция, военкомат, нам, естественно, администрацию города. Ну, немножко пришлось посуетиться, чтобы быстрее это дело забрали, потому что он находился непосредственно в дачном поселке. Что мы и сделали. А снаряд кому? Это немецкий, русский снаряд это? Немецкий снаряд, артиллерийский, сколько там, 210 миллиметров он калибром. Заряд тротила 10 килограмм. Понятно. Ну все прошло благополучно как-то. Да. Все, спасибо.